этом Сио Химфа дал небольшое интервью, в котором рассказал, что надеется продолжить карьеру и после 2030 года. Конечно, Олимпиада, которая пройдет во Франции в 2030 году, мотивирует меня продолжать кататься. Возможно, я продолжу и после 2030 года. Сейчас я чувствую себя хорошо, мое тело здорово, ментально тоже все в порядке. Я люблю кататься и хочу продолжить это делать. Мне кажется, не нужно ограничивать себя конкретной датой, когда ты должен остановиться. Я предпочитаю продолжать до тех пор, пока мне это не разонравится, сказал двукратный чемпион Европы в своем блоге на YouTube-канале. Он также ответил на вопросы любимой музыки и любимого костюма. Соревнования я беру с собой наушники, шумоподавление, слушаю музыку на полную громкость, слушаю классику, рок, рэп или кей-поп. В общем, все жанры, зависит от настроения. Любимый костюм – «Звездные войны», потому что в нем я чувствую себя джедаем. Мне действительно нравится эта программа, я катал ее не только на соревнованиях, но и как показательный номер, потому что это очень весело, сказал Адам.